нам обратился клиент, который хочет для девушки сделать велосипед. Его требование – это полное обслуживание вообще всего. Уже раму разобрали, вилку сняли. Сейчас я отмывал зубной щеткой все втулки, чтобы все блестело, все было чистенько. Будет полная переборка. Переберем все втулки, протянем на станке специальным инструментом все спицы. Снимем все вообще запчасти, какие тут есть, все помоем. Он привез много новых запчастей. Например, такой будет передний переключатель. Все полностью переберем, и потом я покажу, как будет выглядеть этот велосипед. Велосипед почти разобран. Если он чистый снаружи, то это не значит, что грязьки внутри нету. Смотрите, как это все влияет на работу. Так вот это выглядит изнутри. Все это ржавеет и работает значительно хуже. Поэтому сейчас все это поедет на мойку в ультразвук. Обнаружен дефект, трещина вот этой вот чашечки пластиковой. Не знаю, сейчас буду выкручивать, может быть, она лопнет. Посмотрим. Вот так вот разрушается каретка, видимо, от солнца и от времени, и от мороза. То есть пластик пожелтел, от ключа он весь крошится, соответственно, чашку такую завернуть обратно, наверное, у меня не получится. И вот эта трещина, то есть при затяжке я боюсь, что она просто у меня в руках рассыпется. А вот так вот внутри все у нас выглядит. То есть, в принципе, все живое, может быть, получится помыть, еще каретку поменяем, не так дорого. Ну вот, полностью разобрана рама. Единственное, чашки рулевой я не буду вынимать, просто их помою растворителем, обезжиривателем. Внутри достаточно чисто. А знаете почему? Потому что тут есть, на самом деле, сейчас я покажу, два отверстия. Вот одно отверстие – это подкрепление проводки для тросика, а второе отверстие – дренажное. То есть вся грязь, весь песок отсюда высыпается. Потому что, вот, допустим, отсюда грязь попадает вот сюда и попадает внутрь. И здесь сверху, вот через это микроскопическое отверстие, тоже попадает вода и грязь. Но за счет того, что дренажка есть, весь мусор у нас туда вываливается наружу. Все, сейчас будем отмывать. Перед тем, как отправить велосипед в мойку, нужно сначала смыть всю смазку и обезжирить все места, где эта смазка была. Вот, например, рулевую я помыл. Вот так она выглядит, отмытая от смазки. Чистенький велосипед готов к сборке, точнее он уже собран наполовину. Отмыли мы жуткую систему, которая была в глине. Отмыли каретку, поставили новую металлическую чашку, колесики поправили, все-все-все-все. Отмыли, почистили. Осталось поставить тормоза, переключатели, все настроить. Закончили сборку Мериды. Все отмыли. Все настроили, отрегулировали. Сти Диор. Здесь просто Диор. Отличный подарок для девушки. Полное техобслуживание велосипеда.